Всем привет! Это видео снимается специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как же пользоваться капельной кофеваркой. Ну, вообще, начнем с того, что кофе любят многие, поэтому кофеварка сейчас неотъемлемая вещь, да, в каждом доме, потому что она стоит, конечно, дешевле, чем кофемашина, но в ней можно получить такой же вкусный кофе, как и в некоторых кофемашинах, если правильно его готовить. Капельная машина представляет собой резервуар для воды. У данного резервуара есть деление, сколько воды вы можете набрать, максимум вот до 10 делений. Здесь дает возможность и, соответственно, указывает вам, чтобы вы больше не набрали. Далее, нагревательный элемент. Здесь вот у нас идет трубка, по которой наша вода, вот она трубка, по которой наша вода поступает горячим паром в отсек с контейнером и ведерком-ситочкой для кофе. Ведерко-ситочка у нас достается, чтобы его там мыть, все это дело. Значит, здесь вот у нас отсек для самого кофе. И вот здесь, сейчас я вам покажу. Так, с обратной стороны будет видно. Вот получается отверстие само, да, через которое уже подается пар. Сюда смачивает наше кофе в... Завалила. Смачивает наше кофе сухое, да, в данном отсеке. И уже отсюда готовый кофе через вот такое небольшое отверстие. И отверстие здесь уже в контейнере с резервуар, так называемый, да, уже чаша для готового напитка, поступает готовый кофе туда. Здесь у нас под чайником, так называемым, да, для готового напитка находится вот такая пластина. Она у нас идет с подогревом, то есть за счет нее, как раз если вы кофе пьете в течение всего дня и готовы заварить там, да, полный чайник, то как раз это ваш вариант. То есть она будет у вас подогреваться, и, соответственно, в течение всего дня вы будете пить горячий кофе без дополнения того, что вам каждый раз нужно будет засыпать кофе и заново все это заваривать. Поэтому пользоваться ей очень просто. Открываем крышку, наливаем воду по объему, который вам нужен. Открываем отсек с кофе. Засыпаем сюда кофе наш, в данное ситочко. Закрываем. Включаем розетку 220. И нажимаем кнопку питания. И, в принципе, вот здесь по этому объему кофе готовится где-то в течение 10-15 минут. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас была полная чаша, да, кофе, тогда один раз заварите, и она у вас будет здесь подогреваться, и вы будете пить горячий кофе в течение всего дня. Ссылки на лучшие кофеварки представлены в описании. А это видео снималось специально для канала «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Если оно вам было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!